Мы продолжаем следить за судьбой 4 собак, оставшихся на улице после смерти хозяйки. На днях на помощь им пришла женщина, которая пожелала остаться неизвестной. Она выделила четвероногой семье вольер, но тут же столкнулась с проблемой. Завести в вольер собак без помощи волонтеров она не смогла. Женщина нашла временный выход из ситуации, соорудив из подручных материалов конуру, которая, видимо, понравилась животным. К осиротевшим кукле, Шарику, Тузику и Герде в их новый дом теперь наведывается кошка, которая вместе с ними жила у Маргариты Кирилловой. Всех животных ежедневно подкармливают. Окончательно решить проблему сможет пермский приют для животных, приезд которого ожидается в конце ноября.